эфире «Новости сейчас». С вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Минск стал крупнейшей площадкой политического диалога. Во Дворце независимости в эти минуты проходит встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждать сложные вопросы архитектуры безопасности в регионе и мире приехали более 100 авторитетных политиков. Это главы государств и правительств, министры иностранных дел и ряда европейских стран, руководители международных организаций и эксперты. В открытии международного форума и дискуссионной сессии «Отношения Восток-Запад» принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Перечень обсуждаемых проблем – болевые точки региона от разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в Украине. Очевидно, что всему европейскому континенту нужны новые договоренности по безопасности. Тем актуальнее видится инициатива белорусского лидера «Хельсинки-2». Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности. Хочу подчеркнуть, мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. Как справедливо отметил генеральный секретарь ОБСЕ господин Гремингер, базовые принципы нынешней системы безопасности не могут быть принесены в жертву при поиске общей основы. Но повторение одних и тех же позиций не принесет результата. Такой подход больше не работает. При этом Беларусь не является инструментом какой-то третьей стороны. Наше предложение – не попытка вернуться к предыдущим инициативам. Белорусское государство выступает за инклюзивный диалог, даже если нет гарантий того, что он завершится конкретным результатом. Лучше годы переговоров в данном случае, чем один день войны. Во время международного форума пройдут 4 дискуссионные сессии. Они будут посвящены минскому процессу, отношениям между Востоком и Западом, контролю над вооружениями и укреплению доверия, а также региональным конфликтам. Австрийские власти приняли решение о выходе из глобального пакта ООН о миграции. Официально Вена считает, что соглашение не только угрожает суверенитету страны в миграционной политике, но и противоречит ряду правительственных программ Австрии, создавая угрозу национальной безопасности. При этом в вопросах миграционной политики страна останется независимой. Договор, подписание которого планируется в декабре на конференции ООН в Марокко, не намерены принимать также Венгрия и США. И это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.